he looks like he enjoys his work. Дал ему понять, что вы очень наслаждаетесь своей работой. And that's important in life. И это очень важно в жизни. Любить свою работу. Не то. It's working. Так, мы все здесь. Да. Ну, давайте. Начнем, что ли? Может, мы пока не начали, я господину Изелу задам один вопрос. Okay, I'd like to start with one question for you. Okay. Читая вашу книгу, я вычитал. And reading your book, I was able to... Этот русский двойник, американец, Горацио Алжира, наделен этим. Кто такой Горацио Алжира? This is the Russian equivalent, or the Russian twin of... Гаранс Алжир. Как вы это? Сравниваете меня с ним? You would compare him to... Горацио Алжир. Горацио Алжир. Горацио Алжир. Горацио Алжир. Yes, yes. Okay, now we're okay. Right, great. Thank you. Это живой человек или это... такой сборный. Alger, and why do you compare him as such? Because Horatio Alger was a person who started off. Горацио Алжир был человеком, который начал. From very humble circumstances. Который начал в очень скромных обстоятельствах. And was successful because of hard work. И который преуспел из-за своего труда. And his own cleverness with his hand and his mind. Из-за его умелости как в ручной, так и в умственной работе. And in America, we say that a person is a character like Horatio Alger. В Америке мы говорим, что человек похож на Horatio Alger. Because he has succeeded in life. Потому что он достиг успеха. В жизни. Through the use of his talents and hard work. Из-за умелости использовать свой талант и добрый труд. The Horatio Alger stories were written in the 19th century. Рассказы про Горацио Алжир были написаны в 19 веке. To encourage young people to work hard. And to be good citizens and productive citizens. Советы молодым людям работать добросовестно и стать. It's meant as a high compliment. Стать хорошим членом общества, и это считается комплиментом. And in that sense, Mr. Kalashnikov's career and that of Eugene Stoner are very similar in that they started off and worked their way. В этом смысле ваша карьера и карьера Eugene Stoner очень похожи друг на друга. Worked their way up their professional. Оба начали имели скромные начала и усиленно работали и поднялись по лестницам своей профессии. Okay. Ну вот так. Теперь ясно. Now it's clear. Okay, good. Good. Теперь ясно. It was a compliment. Что это такое? Да. Вот. Видите, как я ворвался за своим вопросом. I think we ought to explain a few things before we get. Хотелось бы объяснить несколько подробностей нашего проекта до начала, до вопросов. Since we want to have a fairly complete video record. I will ask you questions that you already know. I know the answer to. В цели получения полного видеозаписи, полного рекорда видеозаписи, я буду задавать несколько вопросов, ответы которых будут известны как вам, как и мне. So I am trying to. Give an opportunity for you to say these things on the video. Да, я даю вам возможность просто отвечать на видеопленку, чтобы все американцы могли бы
разделить наше общее знание. Это не для того, чтобы затруднить нашу задачу, просто для... Я все понял. And as I said earlier, we will make copies of the videos available. Да, как я раньше упомянул, мы сделаем копии всех пленок и вышлем вам. In the CCAM, the Soviet TV format. In CCAM, как это здесь делается. So you'll be able to watch it and можете это and see what you said. Будем благодарны. And when we put together a program from this, we will see that you get a copy of that as well. И когда передача будет подготовлена, вы получите копию. That's the very least we can do for your courtesy, allowing us to. Это наименьшая услуга, которую мы можем вам оказать. And I also want to say that I think it's wonderful that we have an opportunity to meet. And that we meet at a time when our countries are able to work more closely together. And I hope those relationships continue to improve because we should be able to continue to have conversations in the future. Наша встреча – прекрасный случай сотрудничества, и тем более, что совпадает с потеплением наших взаимных отношений между Советским Союзом и Америкой, и надеемся, что у нас будет возможность в будущем дальше сотрудничать в этой или в других областях. As our people get to know one another better, perhaps we will become closer friends and we will be able to have much better relationships. Когда люди будут знакомиться друг с другом и будут знать друг друга лучше, тогда наши дружеские отношения дальше развиются и будут широкие перспективы на целый ряд проектов совместных и дальше сотрудничество. Спасибо. Я единственное об одном сожалею, что в школе плохо учил английский язык. Как было бы приятнее разговаривать на одном языке. Didn't study English very well. It would be much easier to Ну, что такое, я был ученик, не I didn't do very well in Russian either. But he didn't. У него с русским также. Туго. Но это нам не мешает. У нас есть переводчики. Вот. Не мешает нам установить добрый контакт и вести вот эту нашу, я бы сказал, необычную беседу. Необычную беседу. The translators will help in our unusual meeting. That's correct. Вы, господин Исел, задавали мне в письме ряд вопросов. You had a number of questions for me in your letter. Yes. Мы по существу их уже обсудили. We've already discussed most of these questions. Yes. И когда я вам вручу книгу, которую мы написали с Михаилом Михайловичем, первые главы. Там тоже как раз ответы на все эти вопросы. Если есть необходимость, я готов на каждый вопрос как бы повториться. А может быть, мы просто построим тогда. Вы задаете вопросы какие-то уже новые. Я на них вам отвечаю, если это в моей компетенции. Если нет, у меня есть хорошие друзья. And he will answer to the best of his ability, and if he can't answer something, maybe his friends can help him. Well, maybe what we should do is, when they set up the camera on the tripod in a moment, yes, we will let him go through and give the general answers, okay, and then I can ask him some other questions. Когда здесь этот постоянная камера установится, может быть, вы могли бы просто пройти по общим. По общей тематикой. А сейчас мы можем начать с другими, хорошо, с новыми вопросами. Хорошо. Okay. 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 Yes. Okay. We'll
let them take a few more pictures around the table, mm-hmm. and then set up on the tripod. Yeah. You're going to be sitting in the same configuration. Right? Yes. Yes. We won't move around. Okay, then I will have a question. Okay. Okay, a little more. Unfortunately, the camera takes a little of the spontaneity out of it, but yes, no, we'll work around that. Это камере, к сожалению, немножко, ну, как сказать, оживленность дневная с дискуссией, но, в общем-то, надо как-то это обойти. But after a while, we'll forget it's there, maybe. Со временем забудем. Да, да. Со временем забудем. The length of the tapes. Да, I've already okay, said that. Okay, good. Если я не это раньше не сказал. Well, we'll get the cameras. Oh, I see. Okay. What? Good. Okay, and then we can relax a little bit and. Видимо. Okay. So we can hook up the microphones. Okay. Yeah. So the coffee's coming in. We can hook up the microphones. Да. Когда кофе, тогда мы все эти микрофоны подсунем. Начнем в общей, с I'm just going to give them a little back, sure. What types of questions. В общем, на историческую тематику хотелось бы покрыть военные годы, именно самые первые послевоенные годы, ваши соревнования с другими конструкторами, состав вашей группы, может быть, групп других конструкторов, просто жизнь конструктора стрелкового оружия в то время. Это было бы очень интересно, и многие там случаи неизвестны пока. I'm just saying that it would be nice to get an idea of his group, his competitions in the post-war period, the sort of interactions. The human interactions. Yeah, человеческие аспекты этого. Because these are human projects, you know, these are people working together. Yeah, поскольку здесь люди работают. Может быть, вам и отвечать на вопросы? Вообще, увлекающиеся люди, мы, кстати говоря, в книге отмечаем это дело, увлекающиеся люди, они, как правило, забывают о своих годах. People who are really enthralled in their work forget about the years. That's right, that's right. Ну, и, наверное, поэтому живут долго. Сказал один писатель, по-моему, Мария Ташигинян или кто-то, что человек живет до тех пор, пока ему есть что сказать людям. A person will live to that point until he has something to say. That's right. Maybe we could start with your responses to the written questions that I sent. Может быть, начнем с вашими уже подготовленными ответами к письменным вопросам, которые я вам выслал. Я понял так. Вы, господин Изел, задали мне такой вопрос или выразили просьбу, чтобы я вспомнил о делах давно минувших дней. You've given me the task of remembering events of days long past. Ну, во-первых, я начну с того, что родился я в крестьянской семье. I was born in a peasant household. Нас было 6 братьев и 2 сестры. I had 6 brothers and 2 sisters. Они все так и остались в сельском хозяйстве. They all remained in the agricultural life. Один только брат избрал себе другой путь. Just one brother chose a different path. Он, наверное, я почему-то так думаю, наверное, когда я родился I somehow think that when I was born, и начал говорить, and began to speak, то своей матери я сказал, мама, я буду конструктором. And I must have told my mother that, yes, mother, I will become a designer. Я почему-то был уверен I was somehow convinced, со школьной скамьи, что я все-таки буду конструктором. From my earliest school years that I would become a designer. Хотя я в юности писал стихи. And I, in my youth, wrote
poems. Многие считали, что я буду поэтом. Many considered that I would become a poet. Но я почему-то все время тянулся к конструированию. But something just kept pulling at me. Меня больше привлекало вот что-то сделать своими руками. I was more attracted by the prospect of doing something with my own hands. Многие задают мне вопрос, как я стал конструктором, не имея инженерного образования? How did you become a designer without the benefit of an engineering education? В этом, опять же, виновато оружие. And in this, essentially, armaments are to blame. Когда я окончил 9 классов, when I finished, 9 school years, мой друг передал мне в руки пистолет Браунинг. One of my friends gave me a Browning pistol. А у нас в Союзе не разрешается оружие иметь в руках. But in the Soviet Union, one is not allowed to carry firearms. Поэтому, чтобы не избежать наказаний, so in order to avoid punishment, я с другом уехал на железную дорогу и поступил работать. I went with my friend and joined a railroad work crew. Но я считаю, где бы я ни работал, я проходил университеты. But I consider that no matter where I was working, I was actually benefiting from a university education. Когда в 1938 году меня призвали в армию, when I was called to the army in 1938, я попросил, чтобы зачислили меня в рот войск, где будет изучаться какая-то техника. I requested to be enlisted into that branch of service where some form of technology or equipment was being taught. Меня зачислили учиться на механика-водителя танка. And I was enrolled as a tank mechanic. Вот впервые я начал знакомиться с техникой. That's the first time that I became started to become acquainted with equipment and technology. Но вот это любопытство все видит не в окончательном виде. This driving curiosity to see in an unfinished form заставило меня в армии заняться некоторыми приборами для танков. Essentially led me to study various components of tanks. Это тоже некоторым кажется необычным. And this seems to some people as an unusual way of going about things. Но я вам покажу документ того времени. But I can show you documents of that time. Где написано? Where it's shown or it's written. Прибор, созданный курсантом таким-то Калашниковым. This component or assembly was developed by student. So резко отличается от тех, которые разрабатываются конструкторскими бюро. And it differs sharply from those components which were developed in the design bureau. Вот тогда я впервые, когда создал прибор, учитывающий работу мотора на месте и в движении танка, танкового мотора. When I designed an assembly which calculated the rotations of the motor in a stationary position. Изготовили такой прибор, испытали на танке. We developed this assembly and we tested it on a tank. Но он был грубо изготовлен, ни опыта, ни знаний. Это первые, так сказать, попытки. Without experience, without specific knowledge. This was a first attempt. Но комиссия написала, что он резко отличается от существующих по своей простоте, по надежности. But the review commission nevertheless concluded that this assembly differed markedly from the design bureau variants because of its reliability, because of its simplicity.
Меня курсанта приглашает командующий особым Киевским военным округом, генерал в то время армии, Георгий Константинович Жуков, будущий знаменитый маршал. And I was invited as a young mechanical engineer in the army, a novice, by Георгий Жуков, the future famous marshal of the Soviet Union. Вот ведь какая разница, курсант и командующий округом. And he was at that time the commander of the military district. Which military? Какой военный округ? Генерал. Киевский особый округ. And this was at the time the Kiev Special Military District. Это перед войной. Before the war. После тщательных испытаний этого прибора after exhaustive tests of this assembly, меня отправляют туда, куда мы с вами поедем послезавтра, в Ленинград, для внедрения в массовое производство. And, сейчас я подумаю. And after these tests, he was sent to Leningrad to introduce into mass production this assembly. Вы можете еще раз описать этот прибор? Я просто хочу... Значит, этот прибор учитывает работу мотора, танкового мотора на месте и под нагрузкой. Okay. На холостом ходу и под нагрузкой. Okay, so this is an assembly... this is a measurement assembly, which measures the I guess rotations of a motor, a tachometer, or, in stationary mode, mm-hmm. Both without a load and with a load. Mm-hmm. I don't know what you can call that. Это современные танки, электроникой, всякой современной техникой набитый. А раньше ведь этого не было, поэтому обращались к армейским рационизаторам, изобретателям, чтобы они совершенствовали эту технику. Whereas today's tanks are full of electronics and other advanced technologies, in the past this was not so, and in the Soviet army they often relied on inventors and gifted technicians and engineers from their own ranks to introduce improvements. Начали изготавливать этот прибор в Ленинграде на одном из заводов. The measurement assembly was introduced into production in one of the Leningrad factories. И как приятно было конструктору видеть первые детали, которые уже не сам ты выпилил, сделал, а изготовили рабочие в опытном цехе. Это очень приятное чувство конструктора. And it was very pleasant for me as the designer to see the first components of this assembly manufactured not by myself, mm-hmm. but хочется их взять куда-то в карман положить. Настолько приятно. Если бы это вот желание сохранилось до сих пор, то, наверное, бы эти детали давно меня задавили. If this type of feeling had remained with me to this day, I probably would have choked on them. Случайно, вы не знаете имя завода, который производил этот первый образец? На заводе имени Ворошилова в то время назывался. Завод имени Ворошилова. Я сказал, да. Вот уже начали собирать этот прибор, объявляется Великая Отечественная война. And then, as these measurement assemblies were being produced, the war started. И поэтому на заводе вот написали тот заключение, о котором я говорил, что он превосходит существующие и так дальше. Уже через два дня после начала войны этот документ датированный. The document which noted that this assembly was technically superior to the Design Bureau variants appeared exactly two days after the German declaration, the German attack, and subsequent declaration of war in the Soviet Union. Я выезжаю в свою часть. And he is then called up to his unit. Меня назначают командиром танка. And I am named a tank commander. Почему назначили меня командиром танка? Why? Потому что я в то время в совершенстве изучил все вооружение, которое находилось на
в то время в нашей армии и особенно в танковых войсках. Because to that point I had managed to learn pretty much everything about the armaments which the Soviet army was equipped with, and especially tank armaments. Вот я командир танка Т-34. Это современный танк того времени. And I commanded a T-34, which was the newest tank of that period. Уже потом, будучи известным конструктором, мне не раз приходилось встречаться с создателем этого танка. And I never was able to meet the designer of this tank. Александром Александровичем Морозовым. Александр Морозовым. Морозов. Да, потому что мои танковые пулеметы ставили на его танк. It was interesting that in later years my tank machine guns were emplaced onto Морозов's tanks. В одном из боев я был ранен. In one of the tank battles I was wounded. Ранен в плечо и в грудь. And in the chest. Госпиталь. In the hospital. Но будучи командиром танка, я видел, что все немецкие солдаты с автоматами, с пистолет-пулеметами. I observed that the German soldiers were equipped with automatic firearms, with machine guns. Нечего греха таить, у нас винтовка была зачастую на двоих человек одна. Our own rifle was a единственная. Винтовка, трехлинейка. На двоих одна была первое время. Oh, ну, yes, we had a rifle for every two soldiers. Поэтому, видя все это, я начал думать, нельзя ли попробовать сделать пистолет-пулемет собственной конструкции. Having observed this disparity of forces, I considered, well, wouldn't it be possible to design a machine pistol of our own, which we could manufacture? Да такой простой, чтобы его можно было изготовить в любой кустарной мастерской. Simple enough so that any backyard shop could manufacture it. Ну, это хорошо поставить перед собой цель. It's very good to set oneself that kind of goal. А как ее решить, когда ты лежишь на... How do you solve в госпитале, when you're lying in the hospital? Среди раненых, слышишь стоны. Amidst all the wounded and their moans. И, по-видимому, это какой-то дополнительный импульс был, потому что раненые все время говорили о стрелковом оружии. And there was an additional impetus to accomplish this because all of the wounded talked about the rifles. Я начал набрасывать первые эскизы. I started to work up some initial drawings. Чертежи я тогда еще не мог чертить. I could not do detailed drawings at the time. Но было ясно, что сержант собирается сделать. But it became clear what this sergeant was aiming to do. Когда мне предоставили больничный отпуск, they gave me release from the hospital. Я не поехал на родину, где я родился, в крестьянской семье. I did not go back home. И не поехал я на родину, где родился, в крестьянской семье. No, I did not go home to my family. Stop. А поехал туда. Извините, хорошо, хорошо. Перерыв, да? Yeah. I think many a designer has a similar story. Mm-hmm. Yes. Have we said again? Многих конструкторов, видимо, что-то подобное было тоже. Конечно, наверное. Let me just get this thing in here. You want some water? Yeah, if I could do this thing. Okay. Ну, я бы покрупнее пройду, да?
Ну, я начало, завязку такую сделал, а потом по большими шагами пойду по жизни. Yeah, to push that down. I did. Oh. You're right. I don't think I got all this. He did last time, Alex. Did I? Mm-hmm. Good. Did I do it on this one? I think so. I hope so. Yes, Мы будем задавать вопросы, если что-то не ясно. When he was saying that in his youth he wrote poetry, he wound up being a poet in steel. Yeah, он говорит, что когда вы говорили, что в юности вы писали стихи, и люди думали, что вы, может быть, станете поэтом, вы стали поэтом в стали, так сказать. Мы в этой книге маленький отрывок из стихотворения, которое до войны было написано и напечатано в военной газете окружной. Помещаем. Forthcoming book, there's an excerpt of a pre-war poem that you'll find there. Okay. That was actually published in a newspaper. Это касается 34-ки, вот этой Т-34, она посвящена танку Т-34. And the poem concerns the T-34 tank. Так вот, через много-много лет, когда Михаил Тимофеевич встретился с конструктором танков Морозовым. Так вы встретились, наверное? Ну, конечно, они же работали потом уже. And after many years, when he did meet Morozov. И Михаил Тимофеевич ему прочитал это стихотворение. And he was able to read this poem to Морозов. И тот был удивлен, как так. And he was, and Morozov was very much surprised. Yeah. Okay, are we ready to go? Yeah. Okay. Поэтому вот книгу, которую, значит, мы написали, она основывается все на большинстве на документальных. Таких у меня очень много сохранилось, хоть и трудное время было, но мне помогли дотошные корреспонденты. Разыскали газеты довоенные. Вот the book is based primarily on documentary sources. Many of these have been preserved, and even when my memory has failed me, I was able to rely on correspondents and other experts who have been able to show me the documents and reconstruct. Встреча с Жуковым, все там описано в этих газетах. For example, the meeting with Жуков was published in a number of newspapers, and we were able to reconstruct the history. Это там так сказать облегчало вот. And it написание. Made the task of writing the history much easier. What happened after he got out of the hospital? Что произошло после вашего выпуска из госпиталя? После вашего выпуска из госпиталя, что произошло именно? Из госпиталя, да? Ну, я, значит, примерно через полгода after я уже представил первый пистолет-пулемет. Ну, где его делали? В железнодорожном депо. Это же никакого понятия об оружии там не имеют. I was able to complete my first machine pistol after about half a year, but where did we actually manufacture it? In a railway depot. And nobody there knew anything about machine pistols. Вот, поэтому он был, конечно, он был несовершенным. And of course, it was not terribly advanced. Но это первые шаги конструктора. But this was one of the first steps of a designer. Как оружейника. As a weapons manufacturer. Я считаю, это не пустая работа. Это та же академия, которую я, так сказать, всю жизнь кончаю. This was not just a waste of time. It was a sort of part of that same academy, which I'm finishing all through life. Интересная такая деталь, мне можно говорить? Пожалуйста. Интересная такая деталь, вот когда в мастерских делали этот пистолет-пулемет, там ведь в основном женщины работали. It's interesting that in the design or in the shops where they were manufacturing this machine pistol, there were primarily women working there. Так вот, они называли детали не обычными оружейными терминами, а своими женскими. They did not call the various components of the machine pistol by their official technical titles, but by their own, shall we say, female titles.
Какими там, интересно же? Мужичок. Да, мужичок там. Old man, гусь. For example. Гусь и все прочее. Ну, какими-то такими. Гусь. Совершенно необычными для оружейников. So, this was not well known amongst the armies community. Yes, yes. Ну, а дальше была Алма-Ата. Да, потом уже Алма-Ата. And then потом Алма-Ата, более совершенный образец изготовленный, yeah. который вот мы и увидим в Ленинграде. And in Алма-Ата, a more advanced version of this machine pistol was made, and we will see it in Leningrad. У нас идет съемка, да? Да, идет. Что все нормально. Нормально идет, да. Я думал, все еще подготовка идет. Нет, идет. Пожалуйста. Так это продолжаем. Да, вот Алма-Ата как раз теперь уже можно. Значит, вот мы уже обговорили, что такой пистолет-пулемет изготовлен был. Uh-huh. Я, рука привязана, забинтована, я с одной рукой. Вот. Изготовили этот пистолет-пулемет, но ведь ни опыта, ни знаний. Куда с ним? Куда с ним дальше? Uh-huh. Вот. Ну, решили, значит, повезти в областной военкомат, значит, и там доложить. We had this pistol. I was still wounded, bandaged up. What to do next? Well, I and ваши сотрудники, видимо, сколько у вас было? Нет, просто он сам. He alone decided. Well, maybe I'll go to the regional party committee or the district party committee. Когда я доложил? No, the military party committee. Когда я доложил, что вот за время лечебного отпуска изготовил пистолет-пулемет. Адъютант бдительность проявил и припроводил меня впервые в жизни на гоп-вахту. Mm. Отобрали пистолет-пулемет, сняли ремень. When the adjutant at the military district headquarters discovered that this wounded sergeant had during his sick leave developed a machine pistol. He took the machine pistol from me and took my belt from me. And куда повели вас? Гауптвахта. Гауптвахта. Под арест. And he was arrested. He was very alert to this subversive activity. Так что и это было. Ну, время было военное. Военное время было. Бдительность проявляли тогда. They were all very much on guard against things like this. Откуда у старшего сержанта вдруг... Yeah, the simple question was, where did this staff sergeant get the means to develop this machine pistol? Ну, потом разобрались. Потом разобрались, да. But then they figured it out that he did this at the rail depot. Вот с тех пор и по сегодняшний день я не изменяю своей профессии. Война повернула меня в сторону создания оружия, как вы заметили. And from that time on, I have not changed my profession, and the war has led me to develop firearms. Ведь я начинал не оружие делать как конструктор, а приборы. As I started out designing not firearms, but actual measurement devices. Вот так постепенно начала складываться судьба будущего конструктора стрелкового оружия. And so, step by step, the future course of a firearms designer was charted. Нелегкий путь тернистый конструктора. It was not an easy path. It was not. It was full of obstacles. Вам, господин Изел, больше, чем кому-нибудь понятно. You, Mr. Izel, know probably more than most. Что начинающему конструктору пробиться непросто. That a designer just starting out, it's very difficult for him to break through, as it were. Но судьба сложилась так, видимо, правильно я... Матери, как я вам сказал, при рождении, что я буду конструктором. But my fate turned out such that it was true what I said to my mother, or what I was rumored to say to my mother when I was... Неудач, прямо скажем, я терпел 100 раз больше, чем другие конструкторы. I suffered probably 100 times more failures than other designers.
Тот пистолет-пулемет, о котором я говорю, он стал достоянием музея. My original machine pistol, which I spoke, became a museum property. Да был бы он один. And it would have been just one. Вслед за ним я попытался изготовить ручной пулемет под винтовочный патрон. Okay. After that, shall we say, failure, I tried to design a machine pistol for a rifle cartridge. Вот тогда, я прошу прощения, вот тогда-то впервые вы столкнулись как конкуренты с Дегтяревым и Симоновым. Да, вот тогда я впервые встретился, значит, с такими знаменитыми нашими конструкторами, как Дегтярев, Симонов. And entered into competition with such other famous designers as Дегтярев and Симонов. Но они имели свои конструкторские бюро. But they had their own design bureaus. А я был, можно сказать, кустарь-одиночка. But I was at that time a single sort of... Без рода, без племени. Individual, well, how should we say it, a country bumpkin, as it were. Этот пулемет постигла та же судьба, что и пистолет-пулемет. Он стал достоянием Ленинградского музея. Yeah, this machine gun design met the same fate as my original machine pistol design. It became an artifact in the Leningrad Museum. And no more. Дальше меня прикомандировали в одну воинскую часть, где проходили вот эти все испытания. Я еще находился на службе военной. I was called to a military unit, which was testing all of these designs. I was still in вот active service. Встретился со знаменитыми конструкторами. I was there able to meet the famous designers. Я видел, как Сергей Гавриил Симонов отрабатывает свой знаменитый карабин СКС. I was able to see how Sergei Gavrilovich Simonov was able to develop and modify his famous carbine, the SKS. Я загорелся желанием попробовать еще и карабин. I was seized by the desire to design another carbine. Изготовил несколько образцов. I was able to prepare several variants. Но я не мог победить Симонова. But I was unable to beat Simonov. Симонов был более опытный конструктор. He was more experienced. Больше у него было материальных возможностей. He had greater material capabilities. И этот карабин потерпел неудачу. And this carbine also met видите, failure. Видите, сколько неудач. See how many failures. А можно спросить, сколько человек работали вместе с Симоновым в то время? Каким масштабом? Ну, у него небольшое было конструкторское бюро, но это была организация. He did not have a large bureau, but it was organized. Да, это была организация, где помощники, у него конструктор, чертежники, расчетчики. Вот. У меня же этого ничего не было. Самое большое, конечно, конструкторское бюро было у Дегтярева. Да, это у Дегтярева. Дегтярев had the largest design bureau at the time. Несмотря на то, что карабин потерпел то же самое, стал достоянием музея, and it also became an artifact of the museum. Когда объявили конкурс на создание автомата под патрон 43-го года, but when they announced a competition for an automatic rifle for the 43 cartridge, я решил попробовать и тут свои силы. And I decided to try my luck at this one. Молодой был. I was young. Но учтем, что в это время уже автомат Судаева проходил испытания. Да, да. At this point, the Судаев automatic rifle was already undergoing testing. Вот. Не все, что я сделал, бесследно пропадало. Not everything that I worked on disappeared without a trace. Я какую-то частицу брал из тех своих предшествующих образцов. I was able to take pieces of my earlier designs. И это были первые шаги конструктора, становления конструктора. And these were essentially the first steps of becoming.
Это принцип, и эта идеология конструирования осваивалась. This is how I was able to master the principles and shall we say ideology of being a designer. Так вот, приступая. Time out.